Избирательные участки активно работают с раннего утра. Доказательством тому является высокая статистика посещаемости среди районов нашего региона и самого областного центра. Большинство граждан нашей страны, чувствуя ответственность, идут на свои избирательные участки, чтобы отдать свой голос и выполнить свой гражданский долг. К примеру, общее количество избирателей в Абайском районе нашей области составляет 8558 человек. Из них по состоянию на утреннее время число проголосовавших составило более 6500 человек. Мне уже 80 лет, и я с радостью могу сказать, что проголосовал за будущее независимого Казахстана, за светлое будущее, за наш суверенитет. Надеюсь и верю, что наша страна будет в числе развитых и лидирующих во всем мире. Общая численность избирателей в Жарминском районе составляет 25180 человек. Число проголосовавших до 4 часов дня составило 21525 человек. Процент голосов составил 85,48%. Из них 265 человек проголосовали из числа первых. Общая численность избирателей Аягузского района составляет 41692 человека. Число проголосовавших до 2 часов дня составило 33901 избиратель. В их числе как взрослые, так и молодежь, достигшая совершеннолетия. Аягузский район, поздравляю с сегодняшней датой. Сейчас происходит исторический момент для нашей страны. Каждый гражданин должен исполнить свой долг и сделать выбор в пользу своего кандидата. От себя желаю всем гражданам страны благополучия и добра. Количество избирателей Бескарагайского района составляет 12282 человека. Количество проголосовавших до 2 часов дня составило 9814 человек. Процентное соотношение составляет 79,9%. Мадина Кадыргожина, Даулет Айтказинов, Марат Сагымбаев, информационная программа «Шарайна», ТВК-6.